Расскажу вам о диетах, которые предназначены именно для тех, кто не применяет химию, то есть для натуралов. Значит, это натуралам подходят два вида диет. Это ДДД, белково-жировая диета, и диета из сбалансированное питание. Значит, о ДДД я уже много рассказывал, теперь расскажу о сбалансированном питании. Сбалансированное питание состоит в том, что вы каждый прием пищи принимаете животные белки, но не принимаете вместе жиры и углеводы. То есть один прием пищи, допустим, белок и углеводы, другой прием пищи, допустим, белок и жиры. Так чередуйте. И к вечеру одни белки уже ночи. Значит, допустим, вы принимаете утром вываренную куриную грудку и овсянку. Следующий прием пищи. Несколько яиц. Лучше всмятку и обязательно целиком, чтобы они были желтками. То есть белки и жиры получаются. Следующий прием пищи, допустим, опять вываренную куриную грудку и, допустим, рис. Следующий прием пищи, допустим, сыр, который содержит и белки, и жиры. И так далее. И вечером уже одни белки. Значит, почему именно эти две диеты предназначены для натуралов? Многие сейчас недооценят значение жира. Но ведь от жира зависит состояние и подъем нашего тестостерона. Только жир из пищи может поднимать наш тестостерон до определенного уровня. Значит, именно в ДДД и диете углеводного чередования содержится достаточное количество жиров, где-то от 20, даже бывает до 40%. Ну, вот. Таких же новомодных диетах, как, допустим, диета углеводного чередования или белко-углеводная диета, не говоря уже чисто белковой диеты, жиров или практически нет, или их просто мизер какой-то. Ну, вот. Чем это плохо? Значит, от того, что жира в вашем питании будет мало или вообще не будет, значит, очень сильно понизится уровень вашего тестостерона. Это значит что? Значит, за счет тестостерона зависит рост вашей мышечной массы, силы, выносливости и состояние вашей кожи. Если не употреблять жиры, значит, тестостерон ваш понизится, кожа ваша ухудшится и, в общем, будет много негативных влияний. Но когда человек применяет химию, естественно, эта угроза ему не страшна, так как он тестостерон выводит извне. Ну вот, единственное, может только ухудшится кожа, а тестостерон будет, естественно, на уровне, так как он его и так принимает. Там, в уколах или в таблетках. Там. Но я говорю именно чисто для натуралов, то, что касается натуралов. Так как это наиболее правильный путь, я имею в виду не касательно соревновательного спорта, а я чтобы в соревновательном спорте без анаболиков не обойтись. Ну, вот. Но 99,9% занимающихся тренируются, как говорится, для себя. И им ни в коем случае не нужно применять химию. Они без всякой химии могут добиться результатов. Не то, что там они станут там, как Ронни Колеман, конечно, нет. Но они достигнут очень хорошей формы. По крайней мере, и такое, что, допустим, на них будут залядываться уже на улице люди там, да? Ну, вот, не говоря уже о пляже. Такая форма, она будет именно чисто ваша, она никуда не денется, она постоянно будет с вами. Конечно, я не предлагаю вам употреблять жиры там, в чистом виде, допустим, есть там кусок сливочного масла, да? Вот, и не сильно перебарщить с ними. Ну, например, если вы скушаете, допустим, жирную рыбу морскую, да, это отличный жир омега-3, который благоприятно скажется на вашем здоровье, на вашем сердце. Ну, вот. И также жиры, допустим, там в яйце, допустим, желток. Прекрасный жир, ну, можно в день где-то 5-6 желтков употреблять. Ну, вот. Также, если у вас все нормально с холестерином, с печенью, можете даже съесть там окорок или там сыр, в котором и жиры, там, и белки есть, содержатся. Ну, вот. Поэтому жира не нужно бояться, он очень необходим вашему организму. Значит, если у вас проблемы с холестерином с повышенным или с печенью, то немножко ослабьте диету. Где-то жира тогда введите где-то 20% остального белка. Ну, вот. И делайте утром единственный день белково-углеводным. Это значит, скушайте вываренную куриную грудку, вымойте ее от бульона.
И съешьте овсянку, и обязательно много овсяного отвара выпейте. Овес и овсяной отвар, они снизят ваш холестерин, вот, очистят вашу печень, и будет прекрасно все. Ну, конечно, если все равно холестерин сильно повышается, конечно, это диета не для вас, или еще нужно съесть уровень жира. Поэтому не надо опасаться жиров, они необходимы и нужны. Я же еще раз повторяю, эти диеты, вот две, именно предназначены для натуралов, потому что от них повышается ваш уровень тестостерона, без всякого применения химии. Поэтому, значит, еще диете в ДДД, там можно дополнить, там, скушать там травку какую-нибудь, петрушечку, укроп, там, зелень, там, чесночок очень полезен, он тоже понижает уровень холестерина, печень очищает. Потом, значит, можно там и добавить, допустим, там, свежей капусты, допустим, особенно сок капусты, он очень полезен. Там, ну, вот. Или что-нибудь еще вот с таких вот продуктов, допустим, с клетчатки, но которые не содержат сахара. Вот, допустим, свеклу ее нельзя, потому что много сахара, и также морковки, ее уже нельзя употреблять в эти диеты. Поэтому, значит, не смотрите на новомодные диеты, на новомодные комплексы. Они в основном, к сожалению, предназначены для тех, кто применяет химию. Там. А смотрите, вот старые комплексы, они очень полезны натуралам. Диеты такие, как ДДД, придуманы вообще там 70 лет назад. И вот разработаны именно в тот период, когда культуристы тренировались без применения химии. Поэтому больше смотрите на старое. А то, когда говорят, вот новомодная это диета или еще что-то. Кстати, из новомодных диет, насчет новомодных диет, из диеты ДДД, так называемой, придумана кремлевская диета. Естественно, они ничего не придумали, они взяли ДДД в чистом виде. Ну, там добавили, как говорится, та наша кремлевская, там и корки, там, там красная, черная, и таких деликатесов. Если у вас есть деньги, можете, конечно, кушать диету. Но вот это все недопустимо в ДДД, там есть и белки, и жиры, вернее, и белки, и жиры, как раз таки. Так что натуралы, применяйте ДДД, двухжировую диету, и диету сбалансированного питания. И будет вам удачи.